день 12. Мне самому смешно, потому что 11 серия была почти 3 года назад. Я посмотрел на Ютубе, это был апрель 21 года. С тех пор эта история не то чтобы не длилась, можно сказать, она даже не начиналась. С того момента, как мы затянули оптику в поселок, со мной связались представители правления поселка и там затребовали для небольшой группы, там человек 5-6, сказали, что вот нам нужно преференции, мы хотим 100 мегабит, чтобы было по цене как дома, там 500 рублей, что-то такое. Я говорю, ребят, я говорю, смотрите, дом от вас 200 километров, да, а вы здесь в глуши, в лесу находитесь, я говорю, сюда доставка трафика, сотка стоит 100 мегабит, где-то 20 тысяч, там 15 плюс НДС, 200 там с другого направления стоит почти 50, 40 плюс НДС. Я говорю, если вы сейчас мне будете ломать экономику, которую я вот тут, ну, как бы распланировал, то я говорю, тут вообще ни хрена не будет. В общем, они вот стоят на своем, я такой думаю, ладно, приезжаю домой, вот так вот вздыхаю и фиксирую убытки. И думаю, нахрен, пошло все это нафиг. Неважно, сколько вложил. Прошло, по-моему, год с того момента, как я тормознул. Со мной связывался еще там какой-то человек, сказал, что у них есть идея, они хотят сделать на поселок видеонаблюдение. Что типа, может быть, вы нам поможете. Я говорю, ребят, я-то, естественно, могу вам помочь. Я говорю, мы можем достроить всю эту оптическую сеть. Но, я говорю, как-то вот эти вложения должны работать, денег. Либо, я говорю, вы как-то там начинаете платить абонентку, там, повышенную. Я, допустим, сделаю интернет. Либо, если там не абонентку, там, ну, я не знаю, пускай правление там, ну, там, за аренду этой сети. Либо, я говорю, давайте я вам ее вообще продам. Я говорю, мы можем вам сеть сделать, там, 6 или 8 километров на весь поселок. Вы поставите кучу камер и будете стричь с денежки, там, с людей за вот эту вот безопасность. Там, я не знаю, для чего эти камеры там им нужны. В общем, видимо, у них там какая-то неразбериха, и они не смогли найти финансирование, собрать деньги, там долги у всех с этого поселка, в общем. И, короче, я так плюнул, махнул рукой, и все, думаю, нахрен. Я говорю, когда-нибудь вылезет. Вот буквально на днях звонит человек, представляется, что он, типа, там вот, там, доверенное лицо кого-то, пригласил на встречу, встретились мы. Правление поменялось полностью, другие люди, говорят, вопросы внутренние все решили, там долги все подбили, начали хозяйством заниматься, хотим вот стартануть видеонаблюдение сделать, всем интересен интернет. Я говорю, слушайте, ну, с моей стороны ничего вообще не изменилось. Я говорю, я готов вам сюда трафик предоставить, я говорю, но тут должно быть какое-то количество людей, если вы хотите цены там в пределах тысячи. Я говорю, ну, либо, я говорю, если будет мало людей, ну, тогда ценник будет большой, там, не знаю, там, 1500, 1300 за интернет. Я говорю, ну, не за 100 мегабит. Я говорю, мы можем вам там сделать там 40-60 мегабит. Я говорю, доставка трафика, чтобы сюда достать трафик, это нужно через сети там трех операторов протащить все это оборудование, поставить договора, подписать. Я говорю, это затратная штука. Поймите, я говорю, и вам вот сюда лезть в этот бизнес, когда у вас тут, я не знаю, там 80 домиков там, или 60, там, а может быть 30, а зимой 20, а вообще 10 человек хочет. Я говорю, ну это не то, что... Это вообще глупо даже лезть сюда, мешать кому-то, кто занимается связью. Ну, в общем, они такие, да-да-да, нет, все, мы не лезем, типа, давайте вот вы сами, мы готовы профинансировать, сколько там денег стоит оборудование. Я говорю, ребят, меня волнует не цена инсталла, да, вот там, сколько оборудования, это мой бизнес, я сам туда инвестирую деньги, меня интересуют ежемесячные платежи, я не хочу работать в убыток. Я говорю, вот это ваше мероприятие должно приносить мне денег хотя бы, чтобы я сюда мог, там, ну, ребят отправлять заниматься эксплуатацией. Потому что за это время я вот покатался, посмотрел, там кабель где-то отвалился, лента лопнула, там какие-то ветки выросли, деревья там начинают уже в кабель упираться, это все надо подрезать. За хозяйством надо следить. Если, ну, как бы, туда надо вкладывать. Если я это для кого-то делаю, оно не приносит денег, тогда, ну, смысл, я говорю, такого хозяйства. Ну, в общем, к чему пришли? Я говорю, давайте так, единственный шанс вот стартануть это, чтобы оно заработало как-то, я говорю, это только
после того, как мы хотя бы в 20 домов заведем кабель оптический. А тут надо понимать, домики, цена домиков там от 10 до 30 миллионов у некоторых. И там у них внутри все по феншую. И практически, ну, там большая часть не хотят воздушку. Они хотят, чтобы вот кабель к ним приходил куда-то на опору, потом грунтом. Зимой это не сделаешь, да и вообще за эту работу, вот мне, допустим, браться не хочется, потому что это всегда будут какие-то, ну, трения с хозяевами. Там копнул, там травка, газон, там бордюр, плитка где-то легла, там еще что-то. Это, ну, должны быть какие-то спецы, и вы понимаете, вот эта работа, она будет стоить дороже, чем стоимость подключения. Понимаете, сделать вот эти грунтовые работы, это, блин, это не 10 тысяч за подключение, это гораздо дороже будет. Ну и, в принципе, со мной согласились там люди, да, давайте типа так вот сделаем, начнем вот эти подключения, говорит, сколько вам надо домов, чтобы вот, если включится, чтобы реанимировать этот проект. Я говорю, ну вот, я говорю, давайте хотя бы 20, да, 20, потом люди подтянутся, а... Сроки, ну, с такими вот сложными работами, они могут растянуться, эти 20 домов подключать, это их можно, я не знаю, 3 месяца. Я говорю, вот сейчас у нас что, конец февраля получается, ну, вот, давайте за весну попробуем это сделать, до лета. Я говорю, если вот до лета мы приходим к тому пониманию, что вот у нас есть гарантированные там заявки на подключение, а я им тогда предлагал, когда вот мы довели кабель, я говорю, давайте так. Я говорю, подписывайте договора. Девчонки обзвонили людей. Мы пришли к тому, что мы подписываем договора, вы переводите деньги на счет. Мы берем паузу какую-то, там 2 недели, да, собираем со всех денег, начинаем подключать. И тогда я говорю, ну, тогда мы вам дадим интернет, вот, по договору. А получилось так, что обзвонили, вот, там 5-6 человек хотят преференции, там остальные, типа, нет, вот вы сперва соседа включите, а я посмотрю, как у него работает, там Wi-Fi-чик у него там стрельну, там еще что-то. В некоторых местах дома рядом стоят, и можно пользоваться Wi-Fi-ем соседа. Я говорю, не, я говорю, ребят, так не получится. Единственный вот момент такой, что вот 20 домов мы вот затягиваем, выводим кабели к муфтам, потом запускаем это оборудование, и тогда уже... Я говорю, как вы хотите сюда там по 100 мегабит там на нос? Я говорю, я могу и больше сделать. Но я говорю, это предприятие должно приносить денег. Точка, которая отсюда до города, там волокно можно получить. Ну и в принципе в этой точке там гигабит, 2 там, ну гигабит давайте. Тут до города километров 25, наверное, получается. Десятка это будет дорого, да и нет смысла такую магистраль делать. А вот модулем, ну, гигабитным на одном волокне можно, в принципе, гигабит сюда протащить за какие-то деньги и сделать людям, ну, нормальный, хороший интернет. Я говорю, ну, начать надо с чего-то маленького. Я говорю, давайте я вот куплю дорогой там интернет. И вот за это время, когда вы будете тут, я не знаю, подключаться там, еще что-то, может быть, мы соседние там деревни какие-то раскачаем тут летом, худо-бедно там домиков по 5-6. Зимуют люди, в принципе. И, ну, мы так катались. Интерес есть, но все зависит от цены подключения, потому что расстояния большие, деревья везде, это как бы соплю не кинешь, надо нормальный кабель вкладываться как-то, я уж не знаю как-то. Ну, в принципе, это можно раскачать, но надо с чего-то маленького начать, чтобы хотя бы где-то заработало. И мы бы там за год, за два, может быть, за три, мы бы дотянули бы до той основной магистрали. А может быть, тут в одном месте, тут магистраль проходит, как бы там владельца, может быть, уговорили сделать врезку, да, это нужно кабель резать. Или, может быть, искать где тут по линии, где-то, может быть, муфта была стыковая, раскапывать. Варианты есть, но все эти варианты вот денежку как бы требуют. Поэтому такая вот, такая ситуация. Я надеюсь, что... Все это дело у нас как-то раскачается. Я, наверное, на днях сюда приеду с ребятами. Я тут покатался, посмотрел, в каком состоянии сетка находится. Да, в некоторых местах где-то 4 крепления отвалились, лопнула лента. Я даже когда делали монтаж, я видел. Посмотрите, кому не лень. Эта серия смотрится на ура, просто на одном дыхании. Я там говорил, где мы покупали эту ленту. Что-то вот мы этой лентой закрепили, да, крепежи все попадали. Все натяжные крепежи на месте. Я ребятам, помню, давал другую ленту. Она такая более мягкая была, хорошая. И мы, наверное, приедем сюда, вот эти крепежи поднимем. Хорошо, я посмотрел, вроде как кабель нигде не перетерся. Я надеюсь,
чисто вот, ну, целый он будет, чтобы не делать эти вставки, какие-то ремонты, этого, это не стоит здесь сейчас на данном моменте вкладываться. Поднимем крепеж и будем ждать, как тут эти жильцы отреагируют, если будут, ну, какие-то вот эти движения. Я говорю, давайте так, хотя бы ребятам вот за работу. Они будут приезжать, делать за факт подключения, хотя бы им там по 2-3 рубля отдавайте. А потом я эти деньги вычту со стоимости подключения. Я говорю, то есть вы, то есть риск у вас такой вот, у таких не совсем как бы бедных людей, да, у состоятельных людей риск всего лишь, давайте там 3000 рублей. Вот вы рискуйте 3000 рублями и попробуем до лета. 20 домиков. И тогда будет продолжение. Всем спасибо за внимание. До новых встреч в будущем.